Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy Xcover Pro будет идти игра Call of Duty Mobile. Давайте посмотрим, какие у нас стоят настройки. Высокие. Отлично, тогда давайте пойдем, наверное, в мультиплеер. И отлично, наконец-то мы сейчас с вами проверим, как же будет идти наша игра. Ну, пока что довольно плавно. Как видели только что, у меня были небольшие лаги. В целом, как вы видите, когда вы просто, например, бегаете, лагов никаких нет. Но иногда они случаются. Что довольно плохо сказывается на нашем результате конечном. В принципе, я не думаю, что кто-то из наших зрителей, либо вообще из людей, когда-либо игравших в Call of Duty Mobile на данном телефоне, может сказать, что это не играбельно, потому что вполне играбельно. Я спокойно, как вы видите, делаю фраги, никто мне ничего не мешает. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!